запчасти. Да, тоже включил. Вот так мы работаем с женами хороших мужей, чтобы их подправить полностью. Техосмотр мы уже провели, поэтому массаж провели, да, осталась некоторая коррекция позвоночника, но тут выяснилось, что таз завернут тут назад. Из-за этого нога вот эта вот удлиняется чуть-чуть, миллиметр на 3, и крестец повернут вот так вот. Таким образом он поднимает вот эту вот боковую дужку гребня позвоночной кости вверх, плечо поднимается вверх, оно расслаблено, да, ну и кое-какие позвонки. Получается, вот этот направлен, развернут влево, плюс него ротация идет вот этого вправо, вот вправо, вот вправо, несколько позвонков вправо. Так, ну будем готовить. Девушка достаточно гибкая, подвижная, да? Так. Камера поближе, чтобы было слышно хруст. Так. Конечно, лучше через тряпочку все-таки делать, чтобы не скользили руки. Подготавливаем. И теперь выдох. Еще дышим. Выдох. И еще. Хорошо, голову положим в мою сторону. Вот так вот. Ничего, живая. Нормально? Да, так все. Жарко. Жарко даже стало, да? Вот, бросил жар, то есть организм реагирует хорошо, прекрасно, внутренние процессы идут. Так, еще раз. Все, отдыхаем. Отдыхает голова, мы займемся ногами. Гибкость все потрясающая.
есть. О, есть. ОБХС. Так. Йогой занимаешься, да? Все привычно. Нормально, не больно же? Вообще нет, прям свобода. Да? Во. Все, нельзя отдыхать пока. Вода, дыши, дыши. Отдыхай, пропусти, нормально. Хорошо, хорошо, хорошо. Это снаружи. Внешне кажется, что немного страшно. Но сход-развал человека мы подправили.